начинаем вот так задание. Нам нужно дойти закрытыми глазами до пункта назначения, до нашего домика, с помощью моего партнера, который меня и поведет, собственно. Ну что, пошли? Вперед? Пойдем! Ребята, всем привет! С вами Кира Штафон, проект eSport, и я сегодня хочу поделиться своим видеоотзывом на тренинг героя, проект «Свободные люди». Сегодня уже завершился данный тренинг, вчера был последний день тренинга, второй, и на нем мы проходили еще более необычные вещи, чем на первом дне. Я хочу сказать, что я прошла через что не проходит 90% людей. И этот вот страх панический всего этого, когда ты с ним познакомился, когда ты узнал, когда ты его прошел, он лопается, как мыльный пузырь. Теперь это не страх, теперь это все знакомо. В общем, на втором дне мы началось с того, что мы лежали на больших-больших гвоздях, спиной, под голову уложили книгу. Все 40 человек из нашей группы, которые были на тренинге, легли, хотя испытывали страх. И для меня это тоже было самое страшное упражнение. Но хочу сказать, что я 10 минут пролежала на гвоздях, послушала при этом расслабляющую музыку, почувствовала массаж спины. Мне было кайфово уже после третьей минуты лежания на таких гвоздях. И это действительно круто. Это супер. Также мы прыгали с высоты. Мы прыгали с высоты контейнера, трехметровой высоты. И это даже было круче, чем в первый день с лестницы. И во второй день мы тоже с лестницы прыгали, но немножко выше ступеньку брали. Опять же, у нас прыгнула вся группа, и это было супер.
Это испытание для меня было не слишком страшное. Ну, я доверяла тем парням, которые нас ловили, они были крепкими, сильными. И как-то это не вызывало у меня панического страха. Вот, упала, круто, ощущения суперские. А также мы бегали в конце тренинга по раскаленным углям до 700 градусов Цельсия. И это было нечто. Сначала по углям, потом по снегу. Ощущения суперские, при правильной технике абсолютно не обжигаются ноги. Вот, а также, не знаю, кто-нибудь поверит, кто не поверит, где моя ложка? Сейчас принесу. А вот она, моя ложка. В общем, вот эту ложку я согнула сама и закрутила еще в спираль. Вот кто-нибудь мне может поверить? В общем, я поняла, что организм наш обладает неимоверной силой, и эта сила способна в нужный момент становиться огромной, становиться большой и помогать нам преодолевать различные жизненные препятствия. То есть наш организм способен на многое при воздействии на него определенных практик. Я не знаю. Сейчас, конечно, в здравом уме. Я вчера тоже была в здравом уме, но выполняла определенные техники. Дыхательные техники, я смогла это сделать. Сейчас мне это даже не представляется возможным, но я знаю, как теперь сделать так, чтобы моя энергия увеличилась, и в критические моменты жизни я смогла ей воспользоваться. Это супер, это просто круто. Вот я на самом деле поняла, что все эти страхи, это были всего лишь страхами. И в жизни необходимо знать страхи, необходимо с ними знакомиться. Потому что выясняется, что когда в тебя кидают в живот расслабленный нож, острый нож, который впивается в дерево, но не впивается тебе в живот. Он просто как мячик резиновый отпрыгивает, что хождение по битому стеклу, это не обязательно быть йогом, готовиться к этому очень долго, ты можешь за день овладеть техникой хождения по битому стеклу и лежания спиной по битому стеклу. Это все реально для обычного человека. И очень круто, когда человек это понимает и знает, как вот с этим бороться. И те люди, которые понимают это, они становятся, ну, на голову, я бы сказала, успешнее других, потому что искоренили все эти страхи из себя. Ребятам, организаторам и тренерам огромное спасибо. Все было, не знаю, до мелочей организовано так круто. Вот такой организации я еще нигде не встречала. Тренеры, отличнейшие ребята, показали нам в конце фаер-шоу собственноручно. Это было тоже круто. И самое крутое было то, что у нас компания, люди, 40 человек, которые были на тренинге, они очень сплотились, они были своими людьми, как одна большая семья. Я хотела бы, чтобы тоже почувствовали люди из других городов, и этот тренинг скоро стартует. Я знаю, что и в другие города. Я советую вам на него сходить. Будет круто, ребята. Выходите из своей зоны комфорта, не бойтесь своих страхов, идите к цели и не смотрите на проблемы, как вот я вчера, позавчера ломала стрелу горлом. Я знала, что стрела – это всего лишь проблема, и мне нужно ее преодолеть, чтобы подойти к цели. Все возможно, все реально. Приходите на тренинг. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!